хотел бы еще, пользуясь случаем, передать ему такие слова, что он является инициатором, чтобы переименовать Свердловский район Вознесенский, поселок Змеевку Вознесенский. И по его словам и молитвам, он говорит, что еще больше Господь даст всех благ на землю пошлет, и аграриям, и всем живущим в районе, и все будет, слава Богу, идти на улучшение всегда. Дай Бог всем вам здоровья, всего самого хорошего, всем вам низкий поклон. Меня от батюшки Гири, от нашего духовенства всего, которое у нас в районе находится. И сегодня я хотел бы подарить Виктору Анатольевичу для всех аграриев, для всех тружеников вот эту иконочку Спасителя, чтобы Спаситель, наш Господь Иисус Христос, всегда благоволил всем во всех ваших благих начинаниях.